Друзья, рад всех приветствовать, и сегодня я расскажу вам о том, как не стоит вести себя с инженером по охране труда и технике безопасности, когда вы были пойманы на месте с поличным, на месте какого-то нарушения. И особенно, если вы все-таки где-то даже чуть-чуть виноваты. Значит, первое и, наверное, единственное золотое правило здесь – это не спорить. Вот прям не спорьте с ним, да, особенно если нарушили. Примите покорный, виноватый, сожалеющий вид, там, не знаю, понурите голову, скажите: да, да, спасибо, что вот заметили, сейчас все исправим. Если вас там поймали на объекте без очков, да, там, без страховочной привязи, ну, в отдельных случаях без противогаза, ну, я, конечно, не говорю про, если вас поймали за курением, да, на рабочем месте, где курение сейчас полностью запрещено, вот, на всех объектах, ну, и, конечно, в состоянии алкогольного опьянения. Вас уже здесь не спасет ничто, крупный штраф это обеспечен. Поймите одно, что инспектор, да, инженер по охране труда, это даже не человек. Они все прекрасные люди, вот, но у них вот такая работа, это функция. А если вы начинаете с ним спорить, поверьте, он в вопросе по промышленной безопасности разбирается, ну, гораздо лучше вас, просто в разы. Вот это его работа такая. И вы просто начинаете его просто злить, да, вот драконить. Особенно, если вы начинаете что-то там доказывать, что да я вот, да нет. Что начинает делать он? Он проверяет ваши документы. Пожарный талон, там, удостоверение на работе на высоте, вот, наряды все вот любят проверять. И что-то где-то он всегда найдет. Вот. Поэтому будьте готовы, что если вы вступите в конфронтацию прямую с этим уважаемым товарищем на стройке, да, то пройдете проверку, ну, по полной программе. Но если вы уверены, что ни в чем не виноваты, то тоже спорить не надо. Просто хотя бы поинтересуйтесь, как зовут уважаемого товарища, да, не знаю, сфотографируйте место своего проступка, чтобы потом можно было доказать, показать, хоть как-то объяснить свое поведение. Вот. И приготовьте аргументы в свою защиту. Эмоции действительно тут проявлять никаких не нужно, только такая хладнокровная, аргументированная настойчивость. И тогда есть вероятность, что пройдет по касательной. Вот такое у меня видео на эту тему сегодня, друзья. Поэтому, если оно вам оказалось полезным, вот, не забывайте ставьте лайки и оставлять комментарии. А я желаю всем удачи в работе и безопасного рабочего дня. Всем пока, счастливо.